Всех, как обычно, приветствую на моем канале. Особенно тебя, Гриша. Давай, копи на Хутао, если что, кошелек в помощь. Но лучше не сильно подсаживаться на гачу. Прям совсем скоро выходит обновление 2.2, а там нас ждет Тарталья и Хутао. А так как видос на Тарталье у меня был, и он уже такие раз появляется в игре, Хутао получает только свой первый ран, то держите быстрый гайд и совет, стоит ли выбивать Хутао. Погнали! Хутао у нас пятизвездочная пирокопейщица, ориентированная на внесение тонны урона по противникам. Ее навык перекрашивает обычные атаки в пира, но отнимает часть хп, и урон увеличивается от максимального здоровья Хутао. Также, используя заряженные атаки, она вешает на врагов кровавый цветок, который какое-то время наносит урон врагам. Ульта же позволяет Хутао сделать круговую атаку и нанести немало урона врагам, а также отхилить часть здоровья. И с талантами покончено, пара слов про пассивки, а точнее про одну конкретную пассивку, что дает Хутао 33% бонуса пира урона за хп меньше половины. То есть для раскрытия полного потенциала нужно играть всегда с половиной хп или меньше. Так что прокачать хп Хутао хотя бы до 30 тысяч стоит. Перейдем к оружию. Из самых бюджетных ей зайдет белая кисть. Из четырехзвездочных — смертельный бой из боевого пропуска и черногорская пика. Из пятизвездочных же это нефритовый горшун или посох Хомы, который должен быть в оружейном баннере с ней. По артам все просто. Можно фулл пиросет, 2 пира, 2 гладиатора, 2 пира, 2 знати для урона от ульты. Сборка артов: здоровье, сила атаки, здоровье, пира урон и либо какие-то урон, либо шанс крита. Тут же все от оружия зависит. Что касается отрядов, то их хорошо подойдут Сянлин, Синцу, Джунли, Фишель, Ноэль, Сара, Розаи. Про созвездие я не буду особо говорить, но все же первое созвездие, точнее консту, лучше выбить, ибо оно дает бесконечную выносливость для заряженных атак под навыком. Хочу сохранить гарант на Сяо, но первая конста очень вкусная. И короче, что я могу сказать про плюсы и минусы данного персонажа? Она красивая, няшная, урон у нее хороший, особенно по криву врагам. Ее сборка требует иметь прям топовое пятизвездочное оружие. А из минусов могу отметить игру на грани жизни и смерти, это раз. Во время отката навыка ее эффективность равна почти нулю, это два. Так что имейте второго дамагера в отряде. Наличие первой консты, это я даже не знаю, не такой большой минус, так что я не буду его сюда вписывать. Хотя боевую эффективность он поднимает. И короче, я думаю, стоит выбивать Хутао, дарить всем врагам купоны на бесплатные похороны. А на этом все, с вас лайк и подписка, до новых встреч. Всем пока!